Водители пока могут купить ОСАГО без техосмотра. Страховым компаниям разрешили исключить диагностические карты из списка обязательных документов для оформления полиса ОСАГО. Как пояснили специалисты автосалона «Саров Моторс», это временная мера на период карантинных мероприятий в стране. Раньше нужно было предоставить на автомобиль старше 3 лет полис технического осмотра, талон технического осмотра. То сейчас это делать не обязательно, мы можем оформить полис без техосмотра, но потом, по окончании пандемии, нужно будет предоставить диагностическую карту в вашу страховую компанию. Принести талон техосмотра в страховую компанию нужно будет в течение месяца после снятия ограничительных мер. Также правительство пока не стало ужесточать процедуры техосмотра и отложило вступление в силу новых правил до 1 марта 2021 года. Водители могут получить диагностическую карту по старому облегченному сценарию, то есть без видеофиксации. Несмотря на упрощение оформления страховки, из-за пандемии коронавируса получение положенных денежных средств придется ждать чуть дольше. Небольшое изменение затронуло выплаты. То есть, если раньше выплаты по ущербам у нас производились в течение 5 рабочих дней, сейчас срок немного увеличился до 10 рабочих дней требуется. В условиях пандемии автосалон «Саров Моторс» максимально сократил прием клиентов в офисе. В основном общение идет по телефону или через электронную почту. Сотрудники собирают всю необходимую информацию по автомобилю и владельцу дистанционно, чтобы к приходу клиента комплект документов был готов. Ему останется только их подписать.